Вітіскоп. Пані та панове, запрошуємо вас знову до ваших комп'ютерів, оскільки у нас в гостях зараз Олександр Ларін, який вчора був присутній на достатньо визначній події, можна так і характеризувати за її статусом, не знаю, як за змістом, от якраз тим будемо зараз розбиратися. Що ж це було за колегія Міністерства спорту, які питання там піднімалися, і наскільки це може вплинути на наш спорт, на його розвиток і існування? Ну, я не знаю, там для кого как, для кого-то это суперстатусное мероприятие, для кого-то. Во-первых, я не член коллегии министерства, я просто был запрошен. Я был, ну, я не министерством, я был приглашен членом коллегии, поэтому я там присутствовал. В частности, Волков является членом коллегии, поэтому я там присутствовал. И все это, ну, как бы лично видел, слышал, и документы вот. Если это можно назвать документами, то это вот документы. Ну, это копии, копии того, что вчера обсуждалось и было презентовано. Обговорювали, так розумію, дорожню картку, широко розрекламовану міністром, анонсовану раніше, і ось вона вже була презентована на цій колегії. В чому полягає ця дорожня карта, що там цікавого і корисного може бути? Ну, вона как бы презентувалась, наскільки я розумію, перший раз в стінах міністерства, вона презентувалась з міністром до цього на Кабміне. Вот, ну, для меня лично там ничего интересного нет, потому что с моей точки зрения это не дорожная карта, потому что это не дорожная карта реформы. Это может быть, может это дорожная карта, но это не реформа, потому что если мы говорим о смыслах, вот, а говорить надо о смысле. Если мы не вкладываем смысл в слова и в какие-то фразы, словосочетания, то тогда что мы готовим? Ну вот четыре направления задекларированы. Куда ведется дорога, да? Да, вот можно ли говорить о том, что является частью реформы? Ну, во-первых, сомнительные вещи министру там в очередной раз подготовили. В начале презентации описывалось существование трех моделей. Одна там, радянская, вот, тоталитарно, я не помню точно, це там как это было презентация. Модели жизнедеятельности спортивной, да, сферы, так? Да, и вот мне просто, ну, так позабавила вторая модель, американская, которая тут описана так, яка досить атомизована, тут написано, ну, де практично, я не понимаю, что такое атомизовано, де практично відсутня координующая роль державы. Вот у меня есть только один вопрос людям, которые министру это готовили. А как быть с государственными школами и государственными колледжами? Вот у меня есть только один вопрос, я просто не собираюсь это сейчас обсуждать. Я это могу обсудить с людьми, которые подготовили. Если там кто-то поднимет руку и скажет, я это подготовил. Особенно это позабавило из присутствующих вчера. Ну, кто знает изнутри жизнь американскую, есть люди, у которых, спорт. Да, там, американский спорт, есть люди, у которых там и семьи, и у кого-то дети там заканчивали, и школы, и колледжи. То есть то обсуждать это бессмысленно. А если говорить о направлении в реформу, четыре направления. Первое направление. Ліквідація надлишкових функцій міністерства, усунення їх дублювання та його європеїзація. Ну, власне, думка достатньо логічна. Надлишкові функції, вони не потрібні, да? Да. Ну, тут треба просто розуміти, безсмисленно обсуждати це. Говорити треба о тому, що логіка говорить, давайте розберемося, що, согласно Олімпійській хартії і нормам міжнародних спортивних федерацій, що відноситься к сфері исключительно управління федерацією. И вот если мы, как написано в действующем законе физической культуры и спорта, написано, что вот эта сфера, она подчинена украинскому законодательству, если иное не предусмотрено нормами международных федераций. То есть там как бы и подчеркнуто, что то является первичным. Так вот давайте сначала посмотрим, что является сферой ответственности федерации. И тогда мы увидим, что должно остаться у министерства. У, да, державы, у министерства. И называть это приведение к норме. Вот к тому, как должно быть. И у меня, кстати, вот вопрос, пусть задумаются юристы, которые обслуживают министерство. Если из действующего закона убрать фразу «государство управляет спортом»,
Вот если просто, ну, как бы вот привести это к норме и убрать. Угу. Вообще на что там? Там же ж нормы закона одни отсылают к другим. Это, ну, же такая конструкция, это же такая конструкция, повязана. Так связанная, уравновешенная. Что будет с вот этим балансом документа? Угу. Вот. Ну, пусть об этом думають юристи. Там, але я так розумію, що він взагалі розсипеться, цей документ. В цих от пропозиціях, які там ведуть до, як вказано, європеїзації і прибрання надлишкових всіляких речей, які є у міністерстві, вони якби це не підусвідомлюють. Це не реформа. Угу. Це приведення к нормі. Це не реформа. Угу. Там, второе направление... Це адаптація, скажімо так, да? Це наведення порядку в домі. Угу. Просто, ну... Подмести надо, понимаешь? Можно дышать, но это пылью, но это вредно для здоровья. Врачи не рекомендуют. Более того, не то, что это не твой выбор, это вообще это вредно. Потом болезни, астма, еще что-то. Нельзя. Вот надо убрать. Вот. Второе направление. Підвищення прозорості діяльності міністерства, відмова від ручного управління бюджетом та боротьба з корупцією серед чиновників. Я хочу посмотреть в глаза людям, которые считают, что борьба с коррупцией – это реформа. Борьба с коррупцией – это соблюдение уголовного кодекса, и что там еще у нас, да, административный кодекс, еще… Ну, власне, дотримання законів. Это так? Не реформа. Ну, то есть тогда мы можем рассказывать, смотрите, мы обязуемся соблюдать там уголовную статью такую-то. Это реформа. И так мы пошли по списку, да? Но тогда направление должно быть там миллион. Это не реформа. Третье направление. Підвищення автономии национальных спортивных федераций. Согласен. Это частично от реформы. А что закладывается? Хотя на самом деле это производное, то, о чем мы говорили в прошлом году, это производное от соблюдения вот этих вот международных норм. Вот не больше и не меньше. Ну, якщо зупинитись на цьому останньому пункті. Я тоді четверту одразу скажу, і ми обсудимо. І четверте – це вдосконалення національного антидопінгового законодавства. Понимаєш, соблюдення неотъемлемої часті правил внутрі спорту о запреті применения допінгу і всіх зв'язаних з цим как бы, норм. Ну, воно і так має бути. Это, да, абсолютно, это не реформа. Это, опять же, это все равно, что мы начнем перечислять. А вот в баскетболе нельзя, значит, бить мяч ногой. Угу. Давайте впишем, значит, давайте из футбола что-то возьмем. Давайте. Не, ну, власне, это так, такая же часть, это абсолютно такая же часть жизни спорта. Повсякденного спортивного життя. Да, вот я перечислил 4. Ну, и если говорить о смыслах, реформа где? Ну, от в третьому пункті там якісь видно мотиви є. Да, і от да, хотілося б, да. Ну, зрозуміти, що вони от вкладають, от люди, які це все на ну, презентували вчора. Ну, по третьому пункту тут, допустим, это вот єдина часть, которая от реформи. Все, більше от реформи нет нічого. Угу. Більше от реформи нічого нет. Дальше, если мы будем разбираться в деталях, это там расходится с моим представлением о прекрасном, о реформе, но это, допустим, сейчас, ну, я не думаю, что сейчас надо на это, я просто, я вот, это мое мнение, эта часть декларативно, она реально от реформы. Угу. А как уже с ней обращаться, что там реально делать, ну, там у меня тоже есть, мягко говоря, замечание, но там есть хотя бы предмет, что обсуждать. Угу. Все остальное, три части, это не реформа. Угу. Ну, власне, так, це, ну, те, якби, що і так само по собі має бути, ну, те, з чим, по ідеї, всі, якби, і так уже живуть. В усіх країнах. Да, цивілізовано, да, все должны, все должны, все должны получать доступ к інформації. Тобто, що таке прозрачне міністерство? Це доступ к інформації, що, як, які рішення прийняті, чому вони прийняті, чим вони обосновані, і от, і конечна от формулировка от цього рішення. Все. Угу. И в чем, еще раз задам там сотый раз вопрос, в чем реформа? Это не реформа. Крім того, от було анонсовано, що буде презентовано, крім дорожньої карти реформ, знаєте, так більш-менш ми розбираємося, що така карта, ну, скажімо, недороблена, да? Буде ще Нет, і проєкт вдосконалення формули. Это не недороблена карта. Вот в чем, с моей точки зрения, опасность происходящего процесса? Это в том, что используется риторика, свойственное как бы обсуждению реальных процессов. Угу. Вот с моей глубокой точки зрения
от реформы здесь нет. Реформы, содержание реформы, смысла, который подразумевает реформу, здесь нет. Ну, есть слова, и вот это опасность. Вот это опасность. Вот эта опасность, уходит время. Угу. Ситуация становится, ну, все тяжелее и тяжелее. Реальной адаптации, я уже не говорю о том, чтобы заложить какую-то базу, ну, с точки зрения стратегического развития, что позволит через какое-то время заработать механизмом, которые, ну, позволят спорту, сфере спорта функционировать более-менее прилично и улучшать эту ситуацию. Вот эти механизмы, они не разрабатываются, они не обсуждаются. Не обсуждаются вот эти вот глубинные механизмы, как, что должно быть изменено, что должно быть сделано. Обсуждается и называется вот реформой, ну, по сути дела, косметический ремонт. Угу. Это даже не ремонт, а такая уборка. Але називається це все тими словами, які нібито мають бути правильно. Да, і от это вот использование слов в отрыве от реального первоначального смысла, это проблема. Это проблема, которую, ну, я думаю, что даже не все осознают всю опасность и глубину этой проблемы. Угу. Анонсовано було також проект вдосконаленої форми розподілу коштів серед національних федерацій. Тут нібито так теж по окремих словах все зрозуміло, але що це значить на практиці? На практиці нам презентували формулу, которая, ну, вызвала вчера, если министру задали после его презентации вопрос, так где реформа? Ну, там был риторический вопрос, я не помню, кто-то, там это был такой возглас, то по вопросу формулы, ну, это была целая буря, можно сказать. Потому что формула не выдерживает ни с математической, ни, так сказать, как бы смысловой, содержательной точки зрения. Первое, выдерживает критики. Первый вопрос, значит, вот интересное отношение руководства министерства к распределению средств между... Мы сейчас говорим о распределении средств между олимпийскими и неолимпийскими видами спорта. Uh-huh. Значит... Средства предложили распределить следующим образом. Общую сумму, вот, взятую за 100%, 85% это... Это то, что выделяется из бюджета на, да, функционирование спортивной галузи в стране. Да. На проведение соревнований, на подготовку сборных всех уровней. На массовый спорт, дитячий это спорт. Это не массовый, да, но это не совсем массовый. Это на, вот у детей, если вот говорить, допустим, о Федерации баскетбола, вот, проводят, если в детском спорте, 6 возрастов, мальчики и девочки, это всеукраинская юношеская баскетбольная лига. Вот вопрос в том, как подача распределения. 5% это некий стабилизационный фонд. Ну, его основание. Хорошо, может, допустим. Быть. А дальше 85% это неигровые командные виды спорта. Неигровые виды спорта. Угу. Неигровые виды спорта. И 10% это игровые командные виды спорта. Угу. Ну, как правильно сказал Александр Анатольевич Волков, в принципе, очень похоже на чаевые. 10% очень похоже на чаевые. Надо понимать, что вот все 20 с лишним лет. Угу. Украинского спорта независимого, деньги, которые тратились, вот эта вот доля игровых видов спорта в этом составляла вот порядка 10%. Тобто ця 9-10% не поменялась, ця відсоток? Она вообще никак не поменялась. Надо понимать, что то состояние, до которого мы дошли в игровых видах спорта, угу. Вот это результат отношения вот этого госоргана, регулятора, согласно закону, отвечающего за всю. Реально надо понимать, они отвечают за ситуацию. Сегодня действует закон, по которому они отвечают за ситуацию. Угу. Вот это вот развитие самых популярных видов спорта, самых востребованных, особенно у детей, подростков, и самое популярное среди вообще населения с точки зрения там, телевизионной вот восприятия боления, они живут с поддержкой государства в пределах 10% от общей суммы. Угу. Это отношение государства, я подчеркиваю, это отношение государства к игровым видам спорта. Вот государство это довело до такого состояния.
Потому что надо точно понимать, откуда берутся деньги в том или ином секторе вот, спорта. Федерации не получают бюджетных денег, например. Даже эти деньги, не шли в федерацию. Ці 10% вони не будуть розподілені між гандбольною, волейбольною, хокеєм на траві. Ні, эти 10% будуть розподілені. Отдельный вопрос, как они распределяются. А вот идея отличная, да? Вот должно быть все по формулу. Рейтинг по рейтингу и по формуле. Вопрос, вот первый вопрос, который возникает, это 10%. Знаешь, вот 10%. Есть вопросы к отношению? Нет. Понятно, что неигровые виды спорта, индивидуальные, значительно легче, они дают медаль. А дальше нам рассказывают, смотрите, а раз у них медали, это же гордость страны. Значит, денег надо туда больше. Давайте тогда, у меня первый вопрос. Это деньги на что? Если это деньги на гордость, если это деньги вот на завоевание медали, государство в лице министра должно выйти и честно сказать. Ребята, это деньги на Олимпийские игры. И тогда их надо так делить. Если это деньги на поддержание и развиток, да, на стимулирование вида спорта, да, то тогда это должен быть другой принцип. Тогда медали вообще убрали в сторону. Тогда давайте говорить о массовости, о популярности, о рейтинге в мире вида спорта конкретного. То есть вообще надо, не надо кокетничать, вот рассказывать это про это, и деньги мы делим так, но надо же иметь в виду, что это же еще и на это. Вот, это про 10%. А дальше волшебная формула. Волшебная формула, которая предполагает начисление очков за последние достижения на Олимпиаде. Ну, вот вид спорта собирает очки. Против олимпийского цикла, так? Нет. Только последние Олимпийские игры, только последний чемпионат мира и только последний чемпионат Европы. Это очки. Вопрос от Федерации хоккея. А у нас нет чемпионата Европы. В принципе, да, его не проводят. Дальше введены волшебные коэффициенты, повышающие коэффициенты для одних видов спорта и уничтожающие для других видов. То есть коэффициенты вообще заложены совершенно сознательно, они придуманы под определенный интерес. Коэффициент конкурентности вида спорта из расчета соотношения количества стран-участниц в последнем чемпионате мира. Вот на чемпионат по игровому виду спорта, если в нем 24 страны участвуют, вот которые вышли, вот 24 страны и начинают вот соотношение, то есть 24 страны. Тобто це відбір до чемпіонату світу абсолютно не враховується, що там, що там 200 країн брали участь в відборі, попало пояснення. Зрештою. Тут немає пояснення. От якщо брати цей показатель, то, наприклад, саме, наскільки я знаю, я думаю, що я прав, саме многочисленна федерація в світі – це волейбольна. По кількості членів абсолютно так. Да. І якщо я не ошибаюсь, по-моєму, баскетбол на второму місці. Так. Вот. Значит, но тут заложен другой показатель. Тут сколько приехало на чемпионат мира. А чемпионаты вообще устроены по разным принципам. В индивидуальных видах, например, в плавании или особенно в легкой атлетике, там может приехать, я не знаю, 150 стран. Представники 150 стран. Второй волшебный коэффициент из расчета количества участников последних Олимпийских игр в соотношении к общей численности спортсменов, участников официальной спортивной делегации Украины на этих играх. Смотрите, на последние, я могу ошибаться, но, по-моему, количество спортсменов на последних играх 245 человек. Делегация Украины, так, спортивная? Да. А теперь смотрите. У нас, к сожалению, на сегодняшний день, вот в первую очередь из-за отношения к государству, надо просто понимать, что по всей вертикали распространяется вот этот вот дух, как бы вот эти флюиды отношения к виду спорта, к видам спорта. Это же, ну, чиновники же очень улавливают это все. Так вот, смотрите, что мы имеем. Берем там условную цифру 245 и берем, предположим, баскетбол попал на Олимпиаду. И, например, хоккей, футбол.
футбол, хоккей на зимнюю, просто берем одну Олимпиаду, вот чтобы отчеточка отсчета. В футболе сколько спортсменов в команде на Олимпиаду попадают? 22. А в баскетболе 12. Больше не может. То есть изначально. Ну, в пляжном волейболе взагалі два. Да, вот отлично, да. И вот пляжный волейбол, да, у которого там есть достижения. То есть этот коэффициент будет составлять для футбола 22-245, угу. Для баскетбола 12-245, а для пляжного волейбола 2-245. Угу. Ну, кто еще со школы помнит какие-то основы математики, понимает, что это абсолютно дискриминационные по отношению к одним видам спорта и протекционистских к другим видам спорта коэффициент. Он абсолютно не случайный. Просто сразу, чтобы было понятно, он не случайный. Он так, потому что вот так надо было тем, кто писал. Ну, по-перше, ремарочка, що можна ставити питання під час нашої трансляції, якби безпосередньо, і ми будемо їх озвучувати. А от тепер питання од мене, а кому ж це вигідно, зрештою, таки було? А тепер смотри, а я ще просто тут, а в цьому всьому така смішна, ти пам'ятаєш, що, якщо умножати на 0, пам'ятаєш, що виходить? Ну, завжди 0. Да. Так от, деньги, которые должен условно получить вид спорта, они состоят на 8, в индивидуальных видах спорта 85% от 100, вот деньги, которые должны прийти в вид спорта, 85% это достижения, вот эти вот очковые, угу, медальные, угу, вот эти угу. Вот все. Чемпионаты света, Европы, Олимпийские да. игры. И 15% отражение массовости вида спорта. А в командных 50 на 50. 50 – это отражение массовости, а 50 – это спортивный результат. А теперь смотри. Если на Олимпиаду, вот у баскетбола явный прогресс последние годы, попадание в финальные турниры чемпионатов, завоевание уже достаточно заметных мест, попадание впервые на чемпионат мира у мужчин. Но на Олимпиаду пока не попали. Ну, то там, есть там количество, команд, теперь смотри, да. Берем вот этот волшебный коэффициент количества людей в составе делегации. Ноль. Делим его на 245, получаем ноль. И когда мы вот в этой части умножаем на ноль, то вот этой вот части, отражающей спортивный результат, в заработанных от государства деньгах поддержки, это ноль. Ну, тобто абсолютно всі інші цифри значення не мають. Yeah, то есть люди, которые это готовили, они даже как бы у них с математикой не очень. Питання, хто в цьому зацікавлений? Звідки от так от ростуть ноги у цих формул? У мене є, ну, готовил, отвечал за подготовку концепции Игорь Евгеньевич Гоцул. Президент Федерации легкой атлетики, ему многократно вчера и было сказано людям, которые выходили, и представителям различных видов спорта, и было сказано о том, что делалось это под легкую атлетику. Вот. А, например, президент Федерации биатлона, он вообще выразил, как можно прошлогодний спортивный результат через повышающие коэффициенты увеличить на 200%. То есть в три раза увеличил. Ну вот. В цій формулі така можливість виникає. Да, ну то есть вот в прошлом году федерация получила 20 миллионов по легкой атлетике. Не федерация, а вид спорта. Угу. Вид спорта, я подчеркиваю. Чтобы федерация не получила. Тобто вони 20, через федерацію все одно не проходили? Они не проходили. Тепер в рамках експерименту, который проводится, в котором участвуют не все федерации, потому что когда бы объявлялся эксперимент, не были показаны вообще суть эксперимента. Uh-huh. Суть эксперимента, ну, декларативно это работа напрямую с этими деньгами. Uh-huh. А фактически люди, которые работали когда-нибудь с казначейством, вообще понимают, что это при сегодняшних правилах это самоубийство. Это невозможно. Просто казначейство не может, допустим, заплатить аванс за билеты. Забронировать гостиницу. Это не банк, оно эти платежи не делает. И без изменения правил на такое идти нельзя. Работать с бюджетными деньгами.
Это объявлено, никаких разъяснений, как это будет работать, не было. Потому что большинство федераций ответственных не подавало, да, мы не подавали. Угу. Там, до речі, що стосується біатлону, там, здається, вказано у разі, якщо буде усунено проблеми. Це те, що я говорив, так. Да. Але вони не можуть бути. Є сьогодні діюче правило. Угу. Є сьогодні діюче правило роботи з бюджетними деньгами. Угу. Тут ситуація достатньо такі, неоднозначна. Хочеться привести приклад із попереднього олімпійського циклу. Достатньо яскравий. Там у нас була така ситуація, що веслування байдарки каное поїхало дві людини, весь склад делегації. Угу. Так сталося, що ми завоювали три олімпійських медалі. Да. Тобто, ну, там, по-моєму, ну, такі мають бути цифри нормальні, да? Якщо помножувати, розмножити, все таке інше. І от одна із цих людей, які здобувала ці дві медалі із трьох, вона потім міняє громадянство, виїжджає за кордон, тому що так, її не можуть назбирати на човен. Так, для того, щоб вона виступала. Віж, ну, я не знаю, я знаю про проблему вот отъезда этой спортсменки в Азербайджан. Единственное, я не знаю нюансов там, действительно, кто и каким образом не выполнил обязательства перед ней. Ну, на самом деле не знаю, они выполнены или не выполнены. Я не готов обсуждать эту проблему, просто потому что я не в теме. Відповідно, що тепер от із цим робити? Якби, от була презентована дорожня карта, красиве словосполучення, і була презентована удосконалена модель розподілу коштів. Вони якби, ну, виглядає так, що не зовсім логічно це все, і не зовсім воно, так можна його докласти до реального життя. Ну, смотри, що, як тепер бути? Смотри, во-первых, я вважаю, що з цієї точки зрення просто вибрашено, скільки вже там, четвертий місяць, ну, мінімум три місяці. Первое. Вот, например, на конгрессе в октябре выступал заслуженный человек из Чехии, который рассказывал, каким образом деньги распределяются между видами спорта в Чехии. Президент Федерации легкой атлетики, насколько я помню, чешскую. Да. Значит, вопрос в чем? Первое, что надо сделать, надо до того, как вы собрались изобретать велосипед, то, что и предлагали мы в прошлом году, надо было собрать информацию. Тем более мы же интегрируемся в Евросоюз, у нас есть замминистра по евроинтеграции. Если вы уже не создали, так как собирались создать отдел или, ну, хотя бы какую-то формальную группу, которая занимается только реформой, в чем же, почему я говорю, что это имитация, это не реформа, потому что нет людей, которые отвечают конкретно за реформу. Есть замминистра, отвечающий за реформу. Люди, которые занимаются вот конкретной реформой, их нет. Угу. Каждому вменили, как бы, ну, размазали по действующему министерству какие-то там функции, даже это не функции, скорее всего, какие-то задания надавали. А у людей есть повседневная рутина. Их не освободили от нее. То есть должна была быть создана группа, которая занимается только подготовкой реформы. Подготовкой, а затем внедрением. Первое, что надо сделать, это, во-первых, собрать модели велосипедов условных со всей Европы. Угу. И посмотреть, как это действует. Какая-то из этих моделей могла подходить нам. Если нет такой модели, которая нам подходит, то сделать вот из набранного материала ту модель, которая нам более подходит. Но мы начинаем, как обычно, изобретать велосипед. Мы хотим кого-то удивить. Ну вот получилось, удивили. Вот, это первое. Угу. Второе, ну, если вы уже не создали группу, тем самым, ну, расписавшись в том, что это нет... Что это не приоритетно напрямую. Да, вот эти все имитации с рабочими группами, в которую, как бы, был приглашен в том числе и я, и которую я больше не пошел после первого, потому что это была рабочая группа, которая на самом деле был какой-то дискуссионный клуб, это никакая не рабочая группа, которую министр потом по факту и переименовал в Дарачу Раду. Угу. Вот. А потом до последнего я, по крайней мере, читаю протоколы этого, не протоколы, а ну, резюме, которое рассылают, что заседаю, он так и сказал. Ну, это вообще решение не имеет ничего общего, там как-то я не помню дословно, но суть в том, что я решу. Так вот, если вы не создали и ничего и реально по реформе, то есть вы в этом расписываетесь, то у вас хотя бы есть замминистра, отвечающая за евроинтеграцию. Ну, хотя бы он запросы вот, в ведущие европейские страны, там, в старую Европу, в молодые европейские
Які нам ближче по історії розвитку спорту? Ну, на самом деле, это всего 50 надо было получить. Даже меньше. Ну, учитывая, что нас мало интересует в этом плане опыт, допустим... Андорры и Исландии. Нет, я бы сказал... Андорру и Исландию, кстати, бы послушал. Нет, ну, Исландию. Россия, нам понятно, как это решается, в Белоруссии... Ну так, тут достаточно. Методом исключения, да, там 2-3 можно было бы исключить, но это можно было получить. Этой информации нет. Угу. То есть я еще раз говорю, происходит имитация. Ми, якби, четвертий місяць йшли, зупинились на місці, нікуди не прийшли, що робити далі? Якби, який розвиток у цієї ситуації може бути зараз? Перше, ми нікуди не йшли. Нам розказували, що йдуть. Вот ну, мы с тобой до этого говорили, и перед этим мы еще много раз встречались и говорили без камеры. Я еще раз говорю, мы никуда не шли. Это была вся декларация. Что дальше? Вот для того, чтобы реформировать, надо реально заниматься, надо вообще понять, что есть реформа. То есть это реально движение, это реальная разработка механизмов. Надо понять, что надо реформировать. Надо понять, как будет жить детский спорт дальше. Uh-huh. То есть нам сегодня говорят, детский спорт должен жить так, как сейчас он живет. То есть каждый год министр должен с разгону пробивать стену и выпрашивать там, очередное финансирование. Нету фонда соцстрахования, значит, оттуда нет, значит, откуда-то надо выбивать из Кабмина субвенцию, прямую дотацию. Но если нет механизма, который наполняет это, механизма, я подчеркиваю, не источника, откуда придут деньги, а действующего механизма, то и не заработает вся эта система, она будет жить вот так вот. Она будет жить, тренера будут находиться в нищенском состоянии, мотивация у них ничего, кроме любви к спорту и вот фанатичной преданности детям, ничего этого не будет. И кроме этого нет мотивации. Ну, ви якби от ці слова озвучували, так би мовити, тим людям, які от презентували от цю концепцію. Ну, во-первых, Ігор Євгенович Госвол з нами как бы прожив год, он готовил ту концепцію. Угу. Он был частью команды, которая готовила ту концепцию. Да, я пытался объяснить, вот я лично пытался какие-то части Жданова объяснить. И яка реакція? Ну, що відповідають на це? Ну а зачем нам обсуждать реакцию? Давай обсуждать. Вот есть документ, вот итог. То есть вот Александр Кошевой несколько раз встречался вот как координатор от той группы, которая занималась подготовкой реформы. Да, вот он встречался, он это объяснял, он показывал документы. Я уже рассказывал в прошлый раз, что через 2 месяца после присутствия в качестве министра Игорь Александрович с удивлением узнал, что такие есть все-таки. Более того, он висит на сайте министерства законопроект, который как раз был подготовлен по то, что вот другие механизмы. Угу. Вот и все. В нас... Ну ладно, я не буду рассказывать, что про нас говорили и какие клеймо на нас ставили. Ну, вопрос в другом. Вот по факту. Нет движения. Есть имитация. Ага. Вот вчера это все закончилось. Коллегия, которая, в принципе, я так понимаю, должна была бурно одобрить это все. Але по факту цього не відбулося. Ну, как-то вот триумф не состоялся. И куда теперь может пойти вітчизняный спорт? Да он никуда не идет. Вот он стоит в этом месте и ждет, кто с какой стороны кинет подачку и как потом вот это вот все поделить. Слова-то правильно говорят, должны быть формулы. Еще раз вот если возвращаться, должны быть формулы, должны быть механизмы распределения этих денег. Ну, все налагоджено, чітко. Да, Но мы продолжаем изобретать велосипед. Ну, нет нам указа. Ну, вот пришел и сказал человек, один человек сказал, американская формула, там государство не участвует в идеологии спорта. Ага. Все. Кто сказал, почему сказал, правда это или неправда, все, пошли тиражировать. Вынесли это на Кабмин, вынесли это на публику. Другой человек... с длинной биографией в спорте, в управлении спортом, выходит и уже не первый раз, в том числе и вчера, с трибуны Николай Павлович Костенко говорит, а вот должны быть, как в ведущих мировых странах,
список приоритетных видов спорта, а остальные ему задают вопрос. В каких? А вот... И он говорит, а на чем это основывается? На знании чего это основывается? Uh-huh. Вот брошена какая-то, значит, фраза, дальше эта фраза воспринимается как аксиома, и вот на этом воздушном облаке начинает строиться вот, такая, вот, вот такое здание. Обрастая новыми формами и да. реченнями. Да. А реально робота, якби по порівнянню концепції розвитку спорту з іншими країнами, ми, як розуміємо, не відбулося. По факту ні. Ну, более, що, того, що... более того, я здесь чого? Вот я називаю чоловіка, я забув фамілію. Вот чоловік, який виступав на конгресі, вот він приїхав і розказав, як вони це зробили. З прекрасним русським язиком чоловік. Он на русском языке это все рассказывал. У вас на сайте висит его выступление. Mm-hmm. Если в архиве смотреть, я вот недавно просмотрел. Вот человек все объяснил. Зачем? Не надо. Это же было такое впечатление, что предыдущий министр, это, ну я не знаю, какой-то враг был. И все, что было там, надо... Зарахувати як диверсія. Да. Ну що ж, ситуація зрозуміла, що вона дуже непроста, неоднозначна. Точніше, однозначна, але непроста. І будемо продовжувати стежити за тим, як це все розгортається, якщо воно ще буде розгортатися, звісно. Гадаю, це був Олександр Ларін, генеральний секретар Федерації баскетболу, який вчора взяв участь у засіданні колегії Федерації міністерства, колегії міністерства. І за підсумками ось маємо... такі проекти невтішних документів. Нагадаю, що це не останнє спілкування сьогодні. Ми будемо ще говорити сьогодні про бокс. Вячеслав Поночовний вже десь поруч. Так що стежте за нашими ефірами. Вітіскоп. Спортивне відео.